Ну, вот такой получился. Мягкий. Толстоват, конечно. Не раскатывала тонко. Сладюша скажет, ну чё. Еще не прожевал, да? Ну, нет, начинка вкусная, все хорошо, а это... Тесто, да, немного толстовато, но по консистенции нормально, приятно, и по сахару, по соли тоже. Ну, что сделаешь, вот такие толстые куперы. Ну, в следующий раз чуть меньше, да. Вот и все. Да, что я не раскатывала, просто руками так рассыпала. Ну, ладно, съедобно, да и ладно. Ну. Ну, как... Сейчас же раз надо с курицей еще. С курицей, ну, это надо же... и плюс с курицей. А, ну яйцо. Наверное, не обязательно с курицей. Ну вот, сладюхой мы съели сколько. Да, вот края не могла никак защипнуть, и получилось, что много теста. Но тесто очень вкусное. Прям во рту тает. Мягкое, вкусное. Мне даже с тестом больше понравилось, чем с начинкой. Начинки вроде положила так много. Но что-то на самом деле, как у людей, не очень много. Да, тоньше надо раскатывать. Толстый получился вверх. Ну ладно. Надюша сказала, что и поужинает, хотя я... Начистила картошки. Сделала фрикаделек в соусе. Посмотрим, может, захочет. Чё, Манечка, сидишь? Давай закроем шторки. Наташа не скоро придет. Кружитесь, да? Так, молока налить вам. Сейчас налью молока. Ну, молока налила. Фермерского. Неразбавленное. Не хочет, потому что еще не покушал. Еще рано. В обед давали вам. Маня вот остатки свои доедает. Чё, Фрось, тоже ждёшь? Ну, подождите. Сильно рано. Наташа у вас режим держит. Все едят каждую в своей чашке. Ладно. Вкусное тесто, конечно. По булочке пекла, очень вкусные мы тоже были. Получилось, что вот так. Ну, можно было еще сделать с капустой и с фаршем. Фарш не разморозила, сделала с грибами. Бон аппети, бон аппети. Поварята. Пойду, Наташа еще не пришла. Мань, что сидишь? Надюша пришел, отдыхает.